Приветствуем вас в программе «Три сложных вопроса». У нас потрясающий, интересный гость. Человек, который воистину является человеком мира, человек необычайной судьбы. С нами в программе пастор Генри Мадава, старший пастор церкви «Победа» в Киеве, в Украине. И этот человек, который оставил свою родину, который служит людям с другим языком, с другой ментальностью. И более того, он нашел отклик в сердцах тысяч, сотен тысяч людей по всему лицу земли. Мы сейчас узнаем о том, что стало поворотным моментом в его судьбе, что привело к таким большим результатам в его жизни. И самый основополагающий пункт, момент жизни пастора Генри – это его посвящение жизни Богу. Был ли у вас, уважаемый пастор, рада вас видеть, рада тому, спасибо, что вы открыты делиться искренне тем, что происходило в глубине вашего сердца. Была ли в вашей жизни разница в вашей жизни до встречи с Богом и после? Почувствовали ли вы какие-то изменения, или вы всегда плавно как бы возрастали и знали о том, что Бог будет всегда неотъемлемой частью вашего бытия? Прежде всего, спасибо большое, что меня пригласили на передачу. Конечно же, когда я познал Господа, было радикальное изменение. Все связано с тем, как я пришел к Богу. Значит, я поступил в университет, учился на фармацевтический факультет. Это в Африке, в Зимбабве. У меня были друзья, с которыми мы всегда так проводили время вместе. И мы обычно ужинали вместе, то есть в студенческом столовой. Но это больше не как столовая, как кафе или ресторан студенческий. И мы сидели всегда вместе за одним столом. И они были очень шумные, а я по натуре очень молчаливый. Один вечер мне не захотелось с ним сидеть за одним столом. И я выбрал сидеть за другим столом, где мне показалось, что там никого нет. Я не знал, что за этим столом сидят христиане, студенты. Вот я сел там, как только я сел, начали подходить веселые, радостные ребята. Вот сначала я подумал, что они, наверное, накурились марихуаной. И один из них меня поприветствовал, говорит: «Привет, как тебя зовут?» Я сказал: «Генри». И он говорит: «Я тебя очень люблю». А я подумал, у меня же ум такой еще не христианский. Думаю: «Ой, гомосексуалист какой-то, меня любит». И я подумал, сейчас я закончу кушать, найду моих друзей, я им расскажу, что в нашем университете есть гомосексуалисты. Они любят еще мужчин. Еще и курящие марихуану. Да. Вот. А потом они начали молиться за еду. Это для меня было более смешное для меня в жизни. Я ничего никогда не видел. Я был воспитан достаточно, поэтому я смеялся с их молитвы, но перекрывая как-то свои уста. Но мне было смешно, что в 20 веке молятся за еду. И когда закончили они молиться, они начали мне говорить об Иисусе. И я с ними спорил. По натуре я всегда любил дебаты. Я им рассказывал, что Иисус еврей, я африканец. Вообще нету ничего общего. Они сказали: «Нет, он еврей, но не еврей». Я говорю: «Если он еврей, не еврей, тогда кто он?» Но он с неба, он сын Божий. Я говорю: «А, да, так европейцы приехали в Африку, сказали: закройте глаза, буду молиться. Пока мы закрыли глаза, страну забрали. И нас забрали страну, мы проснулись, страны уже нет». Аргумент. Я говорю: «Да, поэтому я сказал, я больше глаза закрыть, чтобы молиться Богу, никогда». Короче, они со мной спорили, не могли меня убедить. Мои аргументы были неправдивые, но достаточно убедительные. И я поэтому вышел оттуда, пришел в свою комнату, открыл холодильник, достал пиво, чтобы праздновать победу над этими фанатиками, я их так называл. Наливал стакан. И вот держу стакан, и у меня в голову приходит мысль: для чего ты живешь? И я, мозги мои быстро работают, я прокрутил: живу, учусь, поженюсь, дети, работу, пенсию, и умереть. И для зачем? И у меня мысли: жизнь на земле – это театр. Кому нужен этот театр? Кто смотрит? А зачем я вообще родился, чтобы умереть?
Но взяли было сразу умереть, а не родиться. И вот я вошел в такое состояние, где я был в кризисе души. И вдруг мне стало понятно смысл жизни в Иисусе Христе. Даже не в церкви, а в Иисусе Христе. Мой дедушка был пастором. Когда он умирал, он мне говорил, что я молился Богу, чтобы кто-то из твоих дядей или папа стал пастором, отказались. А я думаю, это ты должен стать пастором. Я ему сказал, что никогда. Я сказал, Бог для слабаков, у которых нет ни мозгов, ни тела крепкие. А у меня и то, и другое, поэтому мне Бог не нужен. И вдруг я понял, что смысл жизни в Иисусе. И в это время эти фанатики пришли ко мне в комнату. Ночь. Они пришли с книгами, которые имели исторические доказательства от слов разных людей о том, что Иисус умер и воскрес. И поэтому мое покаяние, оно сразу было на уровень души, на уровень мыслительного процесса моего и на уровень духовного. Вот это кризис, который появился, когда я принял Иисуса тот вечер, духовно оно восполнился вакуум. На уровень ума пришел ответ. И вдруг фокус моей жизни с того дня поменялся. Удивительно. Сколько вам было лет? Вот, родился я в 65-м году, а это было в 85-м. То есть мне было ровно 20. Молодой, но я уже думал, что я взрослый. Ну, в общем-то, можно сказать, что да. И удивительно. И как фокус это? Вы закончили университет, и дальше как вы попали? Вот как произошло. После первого изменения от моего покаяния. Я никогда не хотел быть фармацевтом. Это больше папа хотел, чем я. Мне нравились некоторые предметы, там, физиологию, там, фармацевтические разные дела. Но я всегда любил инженерные дела. У меня мозги, математику, механику, вот это все, термодинамика мне ближе. И я помолился Богу, что Господь, расти теперь в моей жизни, у меня мечта быть инженером-авиатором. И, пожалуйста, ты можешь это сделать? А в Зимбабве не учат авиацию. Ну, кроме летчики, быть летчиком. А я хотел быть инженером. И тут через неделю вижу рекламу в газете. Студенты, Объединенные Нации набирают студентов через ЮНИСЕФ, чтобы ехать учиться в Советский Союз. И там перечисляется специальность, в том числе авиаинженер. Я думаю, это вот это да, господи. Идеальное совпадение. Я даю заявление. И они сказали мне, мы обычно не берем, потому что ты уже учишься. Но поскольку больше никто не подходит, мы дадим запрос в фармацевтический факультет. Если они тебя отпустят, ты поедешь. И там был верующий как раз руководитель департамента. Меня отпустили. Приехал я в Советский Союз, прилетел в Москву, попал в Киев. И институт называется Киевский институт инженеров гражданской авиации. И вот так попал в Советский Союз. И тут уже закончил институт по авиации. Спасибо, пастор Генри. Я хочу сказать, что продолжение этой истории вы услышите в конце программы о том, как пастор вошел в свое главное призвание жизни, что происходило с этой молодой судьбой и каким образом юноша из Африки, из Зимбабве мог стать родным, близким, другом для самых разных людей. А сейчас самая сокровенная история, история вашей любви. Пожалуйста, расскажите, как вы сделали выбор, один из ключевых в жизни. Жениться. Да, как вы, на что вы обратили внимание, что вы искали вообще в девушках? Может быть, вы не искали, и прям как снег на голову вам пришло откровение? Я всю жизнь был философом непризнанным. Имеется в виду, я любил думать, мыслить. Я был сложным человеком. Я всегда шучу, что я иногда шутил, и люди смеялись через неделю. Кого-то напоминает. Да, такой сложный. Многоступенчатый юмор. И когда я попал в Советский Союз, первое впечатление, я разочаровался. Потому что народ был однотипный. Они мыслили одинаково, все было одинаково. Для меня это было, как будто, не знаю, как это сказать, оно никак не совпадало с моим образом мышления.
Я всегда любил думать и так далее. Но когда я попал в Советский Союз, первое, что я делал, у меня призвание было внутри. И я не был пастором, был студентом, но я выходил каждую субботу проповедовать на центральной улице Киева. Это было зрелище. Темнокожий молодой парень проповедовал в Киеве во время коммунизма. И это всегда было. Однажды я помню, молился за людей, и открывая глаза, передо мной стоит декан из института. Вашего? Мой, да. Я не знал, то ли умереть, то ли жить. И получается, и в этих процессах меня попросили учить в одной группе христианской, которая началась. Основатели, во-первых, уезжал в Америку, а во-вторых, он не хотел их брать в обычную церковь, чтобы они не стали таким же традиционными. Я начал там учить эту молодежь, и они начали расти. До сих пор эта группа выросла, стала церковью. Это не я пастор этой церкви, другой человек стал пастором. Но в эти группы начали ходить люди, в том числе верующие, которые давно верующие, в том числе моя будущая жена. Она тоже туда ходила. Она ходила в церковь «Новое поколение» в Риге, пастор Алексей Ледаев. Но когда приезжала сюда, она попадала в эту группу. А я там учил. Я сдружился с ее сестрой, с ее братом, и я к ним домой приезжал. Сначала у меня же не было плана жениться в Украине. Потому что я знал, что с моим мышлением это будет нелегко для кого-либо. Мне нужно... Вот. И Бог начал мне говорить, мое призвание с землей, они связаны. Когда Бог мне сказал, ты будешь жить в этой стране. Я сказал, Бог, я даже Достоевский не читал. То есть у меня всегда было такое, я читаю книги местные, чтобы войти в культуру местную. Да. А мне не понравилась эта простота, а я понял, что если я буду читать местные книги, я буду уже такой же, таким простой. Же простым. Я не хотел. Хотя потом мне сказали, что нет, эти классические книги, они были до Советского Союза, их можно читать, но неважно. Короче, я расстроился, потому что я был неподходящий для общества, с моими мыслями, с моими анализами. И Бог мне сказал, мне придется делать тебя простым. Ух ты. Вот, первое, начинай входить в общество. Второе, ты должен жениться так, чтобы тебе помогли прийти на уровень своего. Упростить. Этого общества. Мириться. Да. И поэтому оно было связано и с призванием. Заодно. И заодно, чтобы мучить меня, принести меня на уровень своего общества, куда я иду. И поэтому потом познакомился со своей будущей женой. Она приезжала с Риги. Потом я приехал в Ригу проповедовать. Потом пообщались больше. И я начал подозревать, что, может быть, это она. Что, может, все не так грустно. Что есть люди более глубокие. Да, я подумал, похоже она. Но я решил, что не, это мои фантазии, это вообще ничего общего не имеет ни с чем. Но с временем, потом мы начали общаться и стали ближе к сердцу. И я даже перестал видеть ее простоту, которую Бог видел, а я нет. Я от того, что я захотел жениться, я уже был... Вот, очарован. Да, уже ничего не думал ни о чем. Это уже был готов и согласен. Был готов, да, согласиться. И в конечном итоге ее родители верующие, папа умер за веру евангельскую, был в тюрьме за проповеди. И все эти качества для меня были важны, потому что я знал, что я имею призвание, а мне нужен человек, который как-то к Богу нелегкомысленно, который глубоко для того, чтобы никогда потом не было помех в служении. И также человек, который имеет самостоятельную любовь к Богу. Да. И, вот. И поэтому, когда все эти качества в ней нашел, я же был активным христианином. Поэтому девушки много были, которые готовы были на меня, за меня выходить замуж. Поэтому мне надо было очень осторожно. И, конечно, в итоге вот на нее женился. И для меня было два условия, чтобы ее мама без вопроса сказала, конечно, и моя мама. Это испытание для Бога было, да, такой, да, вопрос. Поэтому сказать, чтобы моя мама и ее мама единогласно так. И так и получилось, что и та была так в восторге, что я удивился, что они были больше в восторге. Я думаю, кто больше в восторге, я или они? Вот. И поэтому так создали семью. Понятно. То есть вы искали девушку, знающую Бога, девушку с глубоким посвящением к Богу, христианству, с таким,
как бы изучением основательным даже Писания и так далее. Чтобы который она... самостоятельно может стоять перед Богом, двигаться, и чтобы не все время я ее толкал, что давай молись, давай читай Библию. И для меня это было очень важно. Ну, вас не интересовали хозяйские качества, там, чтобы она была в хорошей... Хозяйские качества, наверное, я был настолько неопытный, что я подумал, если не хватает, я поучу. Хотя откуда я взял знания, чтобы учить, но не сразу как бы этот вопрос решился. Тем, что когда я поехал в Ригу, и там ее сестра еще жила, и она была очень хозяйственная. И я уже это увидел. Что в семье есть такие навыки. Да, это первое. Второй, это отзыв ее пастора. Алексей Ледаев, когда он рассказывал, я пришел к выводу, что он ко мне относился как к служителю, поэтому мне рассказывал искренне, честно. Мне это было важно. Мне всегда важно мнение служителя для того, чтобы я не ошибался, потому что я далеко, а он рядом, и поэтому вот это. И вы не разочаровались с тех пор ни разу? Нет. В каждой семье бывают свои какие-то моменты, кто-то в тачке сидит, кто-то там тащит, а кто-то наоборот поменяется местами. Без этого не бывает. Это называется жизнью. Но это норма. Поэтому, если возникают какие-то вопросы, это похоже на человека, который в парашюте, да, прыгает. И можно приземлиться так классно, но можно приземлиться так, чтобы умереть. Поэтому любая ситуация, которая возникает, я всегда знаю, что я в парашюте, сейчас от меня зависит. И принцип жизни такой, я никогда не позволяю эмоциям быть впереди моего разума. Когда эмоции впереди разума, можно много ошибаться. Поэтому любые вопросы, естественно, были, я же африканец, она украинка. Это два мастя, которые еще пытаются найти. Поэтому в этом были свои какие-то. Поэтому я принял решение сразу, что ты не с Украины, я не с Африки, мы с Царства Божия. И когда мы шли как с Царства Божия, все шло гораздо легче. Вот какие принципы вы, каким принципам вы научаете ваших детей вот в том, чтобы глядеть на будущего спутника жизни, кто он, как его найти, как его искать? И я поняла, что вы вот поделились двумя ключами, как сохранять мир и взаимопонимание к семье. Семье, также делитесь ли вы этим с детьми и выделяете ли вы над тем, что особое время для встреч с женой, свидания какие-то такие. То есть есть ли у вас такое четкое понимание, что есть минимум, меньше которого нельзя общаться и нужно стремиться к максимуму? Вот как раз мой старший сын собирается жениться вот-вот, посмотрю, насколько мои уроки сработают. А пока вы не разговаривали с ним, он с вами же советовался. Да-да, он со мной советовался. И мы не всегда согласались во всем. Получается так, я им говорю, ключи к жизни. Первый, вы должны идти в одно направление. Это не значит, что вы все одеты в полицейские формы, у вас форма одна. Да, одинаковая, да. Можно быть разными, но единство – это идти в одно направление. Как только вы идете в разные направления, это очень скоро будет авария. А в аварии неизвестно, какие травмы будут. Поэтому единство – это в духовном плане. Люди должны как-то иметь одинаковое, более-менее стремление и отношение к Библии. Второе – интересы жизни. Они должны быть где-то похожи, чтобы было о чем говорить. Пересекаться. Да. Если же мало интересов в жизни общих, то кто-то из вас должен быть настолько сильным, что он легко может проходить и не будет на него давить. И третье, я им говорю, должно быть любовь внутри. Эта вспышка должна где-то быть. Любовь к Богу или к партнеру? И к Богу, само собой, но и к будущей жене или к мужу. Если этой вспышки нет, то не так легко потом семью сохранить. Клеение, да, такого? Потому что как-никак отношения строятся и на отношения к Богу, но друг к другу должна какая-то быть... Страсть тоже. Такой-то фейерверки новогодные. Вот поэтому я им это всегда говорю. Я настолько это повторяю, что они уже такие осторожные. Старший вот собирается жениться. А я ему говорю, что, слушай,
ты должен всегда стараться искать Бога в этом вопросе. Обязательно. Потому что Он знает твое призвание, и Он поможет тебе. И Он, я помню, когда Он хотел, первый раз решил, девушке понравился, Он начал за ней ухаживать. И потом Он начал поститься, и Бог ему сказал, рано, остановись. И Он ко мне пришел, говорит, папа, что мне делать? Бог мне сказал, рано, остановись. Я говорю, пойди, скажи ей, скажи. Вот ей сказать было легко, а вот сказать ее маме, это было сложно. Что, извините, Бог мне сказал. Мама была уже готова. Да, мама уже как быстрее отдать, тем более за сына пастора. И вот, и поэтому она, он сказал, конечно же, она поняла, а мама была немножко тяжелее пройти все это. Проходит время, он уехал учиться в Англию, потом я его отправил в Америку учиться, там он закончил MBA свой. И, ну, в процессе прошло, наверное, сколько там лет, и Бог ему сказал, теперь можешь возобновить твои отношения с ней. И, конечно же, ей сказать тоже нетрудно, а вот ее маме передать. Но в любом случае, конечно, мы в итоге нашли общий язык, и все восстановилось, и такая любовь. И опять же то же самое. Она должна глубокая быть в Боге. Она должна любить Бога по-настоящему. Не потому что ты, не потому что ты сын пастор. И он нашел такую девушку, которая очень любит Бога. Самостоятельно от Него. Он есть или его нет, она любит Бога. Два, у нее мозги работают. Неважно, он есть или его нет, у нее работают мозги. Я ему сказал, это важно, потому что в 21 веке это необходимо. И поэтому, и третье, родители. Чтобы не было потом, что ты женился, а в семье вас не двое, а трое, четверо, потому что еще мамы включаются. Чтобы вы могли быть самостоятельной семьей. Вот. И вот это мои уроки. В Украине мои дети, они же такого цвета кожи, как я, поэтому у них очень много было вызовов в обществе. Они ощущали на себя иногда некоторые предубеждения, да, со стороны посторонних. И я это увидел сразу, с самого начала. И я принял положение такое, что я должен показать любовь больше, чем среднюю папу показывать. Для того, чтобы нейтрализовать все это давление, которое они переживают в обществе. Поэтому я с детьми столько времени проводил, игрался с ними, так любил, что это в них вложил чувство уверенного. И они встречают ситуации без страха. Даже иногда меня это пугает. Из-за того, что они защищены внутри от любви родителей. Спасибо вам за эту мудрость. И я уверена, что это очень важно слышать для молодых людей, для тех, кто готовится в брак. Спасибо особенно за откровенность о том, что молодой человек или девушка не просто выходит замуж, женится на избраннике, но семьи соединяются, и да, это немаловажно. Родители, сама семья, это так или иначе сыграет свою роль, да, на каком-то этапе брака, и поэтому очень важно изначально видеть перспективу. И у нас буквально осталось немного времени, но я хочу анонсировать нашу следующую программу «Жизнь в призвании», в которой мы подробнее расскажем о том, как найти призвание, какие есть движущие мотивы, силы призвания, чтобы жизнь была не просто действительно банальными серыми буднями, но жизнь обретала смысл, вдохновение, чтобы трудишься ли ты, отдыхаешь ли, идешь ли ты просто по улице, ты знал, что ты движешься к самому главному в своей жизни, что это самый лучший день в твоей жизни. Пастор Генри, расскажите, в чем все-таки ключ, чтобы найти свое призвание? Как его найти, как вы его нашли? Прежде всего, я хочу сказать, призвание, они имеют несколько этапов. Есть призвание маленькое, есть среднее, есть большое. Я всегда знал, что мое призвание немножко шире, чем обычно. Оно с самого начала так пришло, я понимал, что это счет больше. Поэтому, когда я пришел однажды на одном служении, это было в Зимбабве, в церкви одной, пастор поведал, американец, ничего обычного. Он средний проповедь. И я сидел на этом собрании, и я почувствовал, что на меня что-то сходит. То есть я сижу, и начинает с ног, и что-то поднимается по моему телу, похоже на как будто в
включили фонтан какого-то нефти, и оно идет по моему телу и возвращается. Да, оно начало снизу. Вот он проповедует, я сижу, я чувствую, как оно потом покрыло меня, потом оно делает как волны назад, туда и сюда. И я в этом ходил месяц. И я не знал, что это такое. Я подошел к одному верующему, говорю, слушай, расскажи мне. Я уже второй месяц хожу, как будто я одет каким-то полтом. Ты не можешь мне объяснять? Меня спрашивают, когда ты молишься, что делается? Я говорю, оно усиливается. Когда ты читаешь Библию, я говорю, оно не только усиливается, когда я читаю Библию, оно еще мне помогает понимать Библию. Они сказали, ага, это Божье призвание. Молись, постись чаще, и оно вырастет. И я подумал, ну ладно, так сказали, так я буду делать. И я начал это делать. И я помню, однажды я пришел в одно место, и я молился с детьми, с маленькими детьми, школьниками. И бесы начали проявляться. И что интересно, я не ждал это. Я готовился ехать в Советский Союз, учил математику в школе и руководил христианским клубом в школе. И собрал учеников. Приглашал проповедников. Однажды проповедник не приехал, и я должен был проповедовать вместо него. 5 минут от бытия до откровения я все сказал и больше не знал, что проповедовать. После этого решил молиться. Когда я начал молиться, вот это полту вернулось. И я не знал, что это такое. Поэтому я молюсь, полту приходит, и я слышу, как дети начинают падать, бесы выходят, и я сам в шоке, они в шоке, и мы все в шоке. Бесы в шоке. Да, и я не знал, что с этим делать. То есть сразу это было помимо меня. И вот и потихоньку я начал в этом расти, распознавать. Сначала там я начал изучать Тиэл Осборн, потому что это было первое лицо, с кем я столкнулся, который двигался как-то на уровень, который был похож на то, что я начал видеть. Средние пасторы церкви, этого не было в них. И поэтому после этого приехал в Советский Союз. Коммунизм тут. Я взял с собой 6 Библий. Мне сказали, если найдут Библию в Москве, тебе я буду выдворять назад. Я сказал, я возьму 6. Если воля Божия, не будет меня возвращать в Зимбабве. Приезжаю в Москву, университетская гостиница, и там столько верующих студентов я встретил. Раздал свои Библии, остался с одной и той же. Они все без Библии приехали. Первое собрание там уже провел, в университетской гостинице. Первый вечер, после того, как я прилетел. Приехал в Украину, меня предупредили, не надо этого делать. Мне говорили. Но во мне было настолько, что такое призвание? Оно внутри горит и пытается сказать нет, но оно пытается выходить. Все, что Божье в нас, оно дается для того, чтобы оно вышло к людям. И оно во мне настолько было много, что я вставал и шел на Крещатик и проповедовал на площади, он назывался тогда площадь Октябрьской революции, сейчас называется площадь Независимости. И я там проповедовал каждую субботу. Я даже помню, однажды был на Подоле, там есть Андреевский спуск, там каменная дорога. Я там проповедую, и люди покаялись. Встал, и ко мне подходит молодая семья из Швейцарии. Они видели все это, они говорят, а ты кто? Я им рассказывал. Они говорят, ты понимаешь, мы приехали сюда, в Швейцарию. И Бог нам сказал, что я вам покажу человеку, и вы ему подарите машину. Я проповедовал на улице, и они мне тут же подарили машину и ключи. Я стою, студент, я говорю, вы что? Да, так Бог нам сказал, поздравляю тебя, до сих пор мы друзья. Его зовут Жан-Люк Тракс. Жан-Люк, до сих пор мы близкие друзья. Он руководит движением «Европа будет спасена». Христианин, да? Да, да, они очень крепкие сейчас христиане в Европе. Поэтому призвание, оно во мне было, оно горело. То есть, когда я сижу, ничего не делаю, воображения мои работали на... Я начинаю видеть картины, крусейды, да, с церкви. Вот люди исцеляются. То есть, вот эти картины у меня в голове от того, что во мне горело сильно. Вот когда что-то горит, оно начинает влиять на твои эмоции, влиять на твои мысли, потому что все эти участвуют в призвании. Оно стало настолько во мне живо. И когда я видел других людей, которые делают то, к чему я призван, я всегда мне хотелось улучшить то, что они делают. Включаться, сказать, давай так, еще можно так, можно еще улучшить вот так. То есть
когда я видел проповедующего, я не мог спокойно на них смотреть. И третье, что у меня было, я не мог переносить страдания людей. И до сих пор это моя проблема номер один. Оно уже настолько глубокое, что я не могу видеть страдания даже ни котов, ни собак. Мне нужно, чтобы всем... Вы перекинулись уже на других животных. Мне нужно, чтобы всем было хорошо. И когда я видел людей, которые болели, мне хотелось бежать, что-то делать. То есть у меня такое повышенное сострадание, да. Сострадание к людям. Я не хочу видеть страдания. Я не хочу, чтобы кому-то было плохо. Я не хочу, чтобы... То есть всем должно быть хорошо. А это было Божье сердце во мне, который начал работать. Так что, когда я стою проповедую, это не просто проповедь, а во мне идет вот этот внутренний сострадание, хочу помочь, хочу вытаскивать проблемы, хочу, чтобы семьи были счастливы, люди были здоровыми, долго жили. И вот поэтому это все, оно начало переливаться. И поэтому призвание во мне, оно вот так начало открываться потихоньку. И, конечно же, это параллельно что делается? Откровение Библии. То есть Бог начал давать мне откровение Слова Божия, откровение Библии, чтобы укрепить то, что я слышу призвание. Нужно откровение, которое подтверждают и укрепляют. Потому что просто знаешь, что я призван, нету Библии, не приходит, что призвание становится слабым и легко его проваливать. Пастор Генри, огромное вам спасибо. Я думаю, что это прекрасное начало и иллюстрация к тому, как найти призвание, о том, насколько оно может быть страстным, глубоким, ярким, то, к чему стоит стремиться, то, чего стоит искать, чтобы наши чувства, наши мысли, наша жизнь была интенсивной, была деятельной, была плодоносной. И я хочу еще раз анонсировать другую программу с пастором Генри, программу «Жизнь призвания», в котором этот мудрый человек поделится ключами и секретами успешной жизни, реализованного призвания, призвания, которое невозможно человеку реализовать самому и одному. Спасибо большое за 3 ответа на сложные вопросы.